Всем доброго утра. Ты зачем полотенце взял? Ножное полотенце для чего ты взял? Напрягся, напрягся. Не даешь? Ну вот для чего ты это делаешь, Баська? Что, внимание привлечь? Вот так мы себя ведем. Ой-ой-ой, Басенечка. Помидоры тут. Помидоры покупали вот эти сладкие-сладкие. Как они называются? Сливка, наверное. Сегодня температура воздуха будет 27 градусов. Представляете? Уже на градуснике 20. 20 уже. И это 7 утра. Вот такое вот бабье лето. Коля уехал. Проводила. Ой, хорошо, когда окна чистые. Окно вот это вымыло, у Алены вымыло, еще осталось на балконе, на лоджии и в зале. Люблю чистые окна, чистые вот эти вот жалюзи мои, шторочки. Люблю, когда вот видите, прям как будто стекла нет. Люблю так. Вот и пронеслись наши выходные, суббота, воскресенье. Быстро проходят выходные. Так, завтра приедет Аленка с Пензы. И завтра у нее день рождения, 20 лет. В 2002 году она родилась, 20 сентября в 00:20. Представляете, двойки или двадцатки туда-сюда обратно, да? Поворотные. Интересно все это. Ой, мама, расскажу тебе неприятную новость. Ну, не для меня и не про меня, я говорю, слава богу. Какая-то девочка там, Лида, что-то случилось. Уезжает домой, все бросает. Я говорю, почему? Мам, там замешана будет любовь или что-то еще. Ну, в общем, или мальчик, я так поняла, они поделили с девочкой, или... девочки, или что-то, ну, что-то в этом роде, что-то случилось. Ну, не страшное такое что-то прям, но что-то неприятное. Он говорит, а как же так? Год у нее пройдет. Нет, не знаю, мам, вот так получилось. В общем, завтра она приезжает у меня на поезде. А поезд в 7 утра. Так, план первого она уже будет в Самаре. Пенза-Самара поезд. И дальше на электричку в 2 часа успевает, на ласточку. Такая скорая электричка, она при... Ой, сколько же... Ну, час, наверное. Так. Возможно, пойду ее встречать. Вообще, мне торт завтра ждать. А, ну, я его дождусь, торт, потом на Аленку пойду встречу. В общем, все-таки день рождения. И решим, куда мы завтра пойдем. Пойдем в кафе, не пойдем. Сегодня хочу сделать голубцы. Она любитель голубцов. Вчера уже накрутили фарш. Заморозила капусту. Говорят, надо замораживать. Вот новым методом. Сейчас я ее выну. И сегодня вечером буду их крутить, эти голубцы. Снимать листочки. Они будут мягкие. Вырезать жилки. И буду делать. И всегда я делаю голубцы и в перемешку с перцем. Немножко штучек, несколько перцев. Алена не любит перец фаршированный, но мне нравится, когда запах перца. Вот. Он придает какую-то особую вкусняшку голубцам. Не знаю, болгарский перец вообще люблю во всех формах и видах. Ой, выпустила видео, где я поделилась, я завтракала, поделилась своими мыслями. Я никому ничего не советовала, лететь в Турцию, не лететь кому сейчас в Турцию. Это дело каждого, отдых – это дело каждого. Кто-то любит Дагестан, у меня вот знакомая ездила и очень ей понравился Дагестан. Кто-то любит только Краснодарский край и все годы ездил в Анапу.
Когда я ей потом говорю: Ира, что ты не хочешь в Турцию съездить? Анапа, вот они все время едут, ротавирус хватают. Стоячая вода в Анапе, там бухта. Инга говорит: все время приезжаем, все время болеем. Я говорю: съезди в Турцию. И вот она, когда съездила, помню, в Турцию один раз после Анапы, и, конечно же, она сравнила сервис в Анапе и в Турции. Потом она уже съездила в Грецию, потом уже на Кипр, еще несколько раз в Турцию, и почему-то в Анапу больше не едет. Так что каждому свое. Кто-то любит ленивый отдых, кто-то любит активный отдых. Сын у меня вообще в этом году берет отель простенький, бюджетную пятерку, и говорит: не факт, что мы будем там есть, мы будем ходить по Анталии, есть в кафешках, гулять и изучать Анталию. В целях чего? В целях переезда. Такая у него цель есть, мечта есть, это все осуществимо. И, в общем, вот он чем будет заниматься. Такой у него будет активный отдых. Ну, я люблю отдых более такой, знаете, совмещать ленивый с активным. Чтобы сколько-то дней быть в отеле, просто кушать, купаться и загорать. И куда-то на экскурсию съездить. Если, например, за неделю, то это раз экскурсия, а если за 10 дней, то это где-то две экскурсии. Достаточно по деньгам, во-первых. Во-вторых, хочется больше моря. Я еду к морю всегда. И в этом году есть такая возможность. Сын мне оплачивает путевку. И вот сейчас думаю, делать ли прививки. Сегодня буду все узнавать. Узнавать, какую прививку, чего. Или же будем ждать пока до октября. До начала октября сын поедет 9 числа, и мы будем знать, прививки, не прививки. Вообще, турагент мне сказал, что на обратном пути надо сдавать ПЦР-тест. Ну, ПЦР-тест это понятно, что можно и в Самаре сделать прям по прибытию. В аэропорту. Там стоит такая специальная будка, написано ПЦР-тест. Сейчас потом ее убрали, значит, сейчас ее опять поставили. Мы уже когда мы были в Москве? В июле не было никаких будок. Потом мы были в Пензе, а поэтому мы с июля месяца еще пока не летали. И мы не знаем, что там с ковидными ограничениями. Пока вроде маски не нужны, но уже люди делают прививки. Надо узнать, если прививка, значит прививка и какая прививка. Сделать и обезопасить себя раз. И вот в прошлом году мы делали прививки, ездили, и все прекрасно. Мы ходили на экскурсии, мы везде ходили, общались, хотя были тоже ковидные ограничения, маски и у нас. В Турции все было нормально, все. Ну, кто-то даже рассказывал, что они заражались ковидом где-то. В поездках, в общем, нас Бог миловал. А все-таки я думаю, что это прививка. Прививка, она защищает, в свою очередь. Дочки тоже сделали прививку в колледже в Пензе. Сделали спутник Лайт. Но я не знаю, будет ли в Турции действовать спутник Лайт. А в прошлом году она не прокатывала. Так что вот. Ну а все, я буду завтракать. Увидимся позже.